тебя любим. Спасибо огромное. Алекс Симон! Что же тебе надо, умел? Сделать такие губы. Вряд ли тебя смогут любить такую. Алекс Симонс рядом со мной сейчас стоит. Как настроение, как состояние? Настроение отличное. Мы ждем от тебя пламенных, горячих, практически огненных поздравлений. Поздравляю страну FM, потому что у вас очень классно. Я у вас был, и прям все атмосферы людей, кто работает, прям как надо. Знаешь, людям интересно, да, действительно, что ты, кто ты есть, чем ты занимаешься. Я считаю, это самое главное. Я люблю страну FM! Вы творческие люди, поэтому вам развитие и веры в себя. Счастья нам всем. Очень хорошая музыка. Глядя на город внизу, кажется, он таким далеким. Когда ты убьешь меня только, синтезируя мой рай, мой рай, мой рай, мой рай. Воскреси на закате, ты мой ангел во плоти, кстати. И мне этого вполне хватит. Закрывай глаза, сияй-яй-яй-яй. Ты такой творческий человек, ты всегда вот во всем, когда ты приходил к нам в эфир, рассказал, что ты везде во всем видишь вдохновение. Вот когда ты пришел впервые на телерадиоканал «Страна FM», что тебя вот так вот вдохновило, что ты потом пошел и раз и писать? Чай у вас попил вот в гримерочке прям, и сразу прям песни пошли. Ну чай-то у нас особенный, да? Особенный чай. Почему все у вас веселые такие в эфире? Потому что вы пьете чай фирменный ваш, он непростой. Кого-то вдохновляет на тексты, а кого-то на... И после этого к нам наведается с проверкой. Не ходите, у нас обыкновенный чай, нормально все у нас. Нет, необычное, 100 пудов необычное. Я точно подмигну. Она не знает, что уже готов пойти на все ради нее и по тротуару за. Друзья, я ничего не придумываю, все сами видите. Это живые, неподдельные эмоции. А сейчас будем танцевать все вместе. Поехали. Я тобой болею. Давайте танцуем вместе. Как вам концерт? Классно, я ради него сюда и пришла как раз. Вы слушаете и смотрите наш канал? Да, конечно, всегда. Супер, спасибо. Пожелать на будущее. Пожелаю вам развиваться в этом направлении, чтобы быть еще более классными. Спасибо большое. А теперь танцуем вместе. Поехали. Я готов хоть вечность простоять возле нее, но переключился свет. И она шагает каблуками, тает ритм сердцу моему. Видимо, уже заметила, что я за ней иду. Оглянулась на меня, и я ей сразу подмигнул. Она улыбается в солнечных лучах, играет волосы. Ускоряя шаг и подрезаю ее полосу. Все, что было в голове, я ей пропел в полголоса.